Привет, ребята, это исследователь. Хочу показать опять еду. Ну, как бы не еду, а то, что как государство говнище всякое продает под видом еды. Это не самый, конечно, плохой паштет. Стоил он что-то 50-70 рублей. То есть это получается прилично, если умножим 6, 4, 24, 240. Это чисто как мясо, блин. Мясо же, ну, свинина 200 рублей стоит. А заводы, они же дешевле покупают свинину, наверное, рублей за 100. И здесь просто много какая-то крупа, какая-то каша. Вот видите, состав: мясо куриное с костями, крупа манная, мука пшеничная, загуститель кориган. В общем, мясо, вот, ага, вот оно. Так. Вот видите, 42%. Нет, на самом деле не 42. И почему написано же мясо и жира? 42, так может быть жира 40, а мясо 2. Потом растительного, это трава, значит соя, что ли, 9. В общем, мясо там 1% говнёво, остальное все какой-то хлам, жир. Вот так вот и обманывают. Тут ГОСТ наверняка есть. Мне интересно, я не читал. ГОСТ соответствует. Сделано в Калининграде по заказу Москвы, как обычно. В общем, ужасная еда. Так, а эти надписи на иностранных языках, их не должно быть. Вот код. Можете посмотреть. В общем, не покупайте барахло. А, вот. Не ГОСТ, а ТУ 2016. Это когда можно 1% мяса класть. На этом все. Ужасная еда, которая стоит дофигища. Ну, вы представляете, 250 рублей и мясо 1%. Государство поганое всегда обманывает. Закрываем его. Пока, ребята.